Меня зовут Кейт Клэп. И сегодня в своем видео я расскажу вам, как я заказываю вещи из других стран. Я обожаю красивые вещи. Я обожаю моду. Но это не значит, что я слепо ведусь за всеми трендами, которые есть. Нет, я выбираю только то, что мне нравится, и то, что подходит к моей фигуре и комплекции. Я покупаю только то, что делает меня более красивой и более уверенной. Ну и, конечно же, мне нравятся определенные дизайнеры и их одежда. И если мне повезет, я хоть что-то найду в Москве, то на это будет красоваться огромная цена. Как правило, все магазины делают большую наценку на все изделия. И сегодня я вам дам понять, насколько она большая. И еще я вам расскажу о потрясающем сайте, который мне помог купить те вещи, о которых я мечтала, наверное, 1,5 года. Об одной вещи я вообще мечтала 5 лет, если даже не 6. Так что я вам расскажу все и покажу, что я купила и сколько я сэкономила. Сайт называется ShopFans. Я узнала об этом сайте через своего друга, который заказывал ShopFans себе обувь, которую также он нашел у нас в магазине в России, в Москве, но при этом она была очень дорогая, и той формы, и той расцветки, которой ему хотелось, не было. Поэтому он заказал через ShopFans. В итоге его посылка, уже даже с отправкой, со всеми-всеми-всеми услугами сайта и склада, вышла намного дешевле, целиком он заплатил, чем за целую обувь просто в магазине. Если мне, предположим, нравится бренд Джеффри Кэмпбелл, то у нас в Москве официального поставщика нет. И вы, наверное, помните, я еще осенью пыталась их заказать, и меня несколько раз динамил магазин, который как бы продавал эту обувь на стране, по Москве. До сих пор у меня их не было. Сегодня я ими похвастаюсь. Так что, если вы захотите купить настоящую обувь, вы должны все-таки покупать ее с официального сайта. И я знаю, как все это сложно, потому что некоторые официальные сайты не делают посылок в Россию. Как, например, я сделала заказ на сайте Nicki Minaj, официальном сайте ее мерча, и заказала себе футболку. Конечно же, я платила посылку и саму футболку, но, к сожалению, мне отказали в моем заказе, мотивируя тем, что сайт не присылает покупки в Россию. С русского сайта мы не смогли заказать, потому что у них опять какие-то терки. Они также заказывают, как и вы. Это такие же обычные люди, так что нужно работать напрямую с сайтами. Вот, например, моя одна дорогая подруга решила себе купить крутую брендовую обувь. Она ее нашла у нас в Москве, где-то в центре был магазин. Купила, и оказалось, что это как бы качественная подделка. Хотя она заплатила столько же, сколько стоила оригинальная обувь. Как работает этот сайт? Вы регистрируетесь на ShopFans. На любом американском сайте вы можете заказать все, что угодно. Только в адресную строку, куда, собственно, не должна достать вашу посылку, вбивайте адрес склада. И самое главное, что это все официально, и что вы ничего никогда не потеряете. Всю документацию вам пришлют, все вам аккуратно запакуют. Боже мой, я когда открыла свою коробку, все было настолько увернуто, мне ни разу не приходила ни одна посылка в таком состоянии. Там столько было оберточной бумаги. Даже вот эта вот штука, просто все было забито. Здесь вот американский воздух, все есть документы. Если что-то не так, вы можете обязательно все вернуть. И вам обязательно пришлют другой размер. Вы не работаете с каким-то, не знаю, дилером напрямую, с каким-то человеком. И вы не можете надеяться, придет ли вам это или не придет. Здесь вы работаете напрямую с магазином, с официальным магазином, который просто пересылает вам через склад. Потрясающе удобно. Знаете чем? Вы можете посмотреть, что пришло в вашей коробке, пока это еще в Америке. То есть вы можете за отдельную плату попросить там людей сфотографировать вам все коробочки, все, что вам пришло. Можете отдельно сфотографировать документацию, отдельно вещи. Вы сейчас будете в шоке. Мне пришла посылка, так как мне дали код отслеживания за 4 дня в Москву. На самом деле посылка моя должна была прийти за 2 недели, но она пришла за 4 дня. Не знаю, почта, наверное, была супер счастлива, что Катя наконец-таки получит свою обувь от Джеффри Кэмпбелл. Наверное, все-таки мне придется начать с чего-то и показать вам первый свой свитер, который я купила, Wild Fox. Выглядит он вот так вот, со смайлами. Он такого пастельного розового цвета. И да, Wild Fox. Я об этом свитере очень долго мечтала. И все на него глазела, на Тамблере, на различных модных сайтах. И, кстати, вот вам ценовая разница. Этот свитер на сайте Wild Fox стоит 108 долларов, что, в принципе, 3000 рублей. Вы не поверите, я нашла его в нашем магазине в Москве, в ЦУМе. И там он стоил, внимание, 6000. Кстати, я еще одну вещь заказала Wild Fox, которая является маечкой или длинным платьем, не знаю, называйте как хотите. У него здесь такие спагетти-лямочки, выглядит вот так вот. То есть он длинный, с крестиками перламутровыми розовыми. И самое крутое, знаете, в чем? Вот смотрите, фокус раз, принт есть, и сзади есть. Меня вообще бесит, когда принты находятся только на передней части. И, кстати, так же выглядит свитер. То есть принт есть, принт есть. Вау! То есть я теперь не только красиво спереди, но и сзади. Кстати, это платье я так и не нашла в ЦУМе. Я думаю, что если бы оно там было, оно тоже бы стоило в 2 раза дороже. Так что, если честно, я сэкономила около 6000. И, по-моему, это немало. За каждую присланную вами покупку из других магазинов американских на их склад, если она меньше 1,5 килограмма весит, это примерно, по-моему, 3 фунта. Короче, здесь более верное исчисление. Вы платите 3 доллара. Если же ваша посылка, присланная из каких-то магазинов, весит больше, чем 1,5 килограмма, а точнее, 1,3 килограмма, то вы платите 5 долларов. Также я воспользовалась услугой, которая предполагает фотографии ваших вещей. Я почти воспользовалась всеми услугами сайта, и так как я заказала очень много, все, что у меня вышло, все, что я заплатила складу, это 17 долларов. Грубо говоря, 550 рублей. Мой почтовый тариф составил 95,5 долларов, что, в принципе, 3000 рублей. На самом деле, за быструю посылку, которая мне пришла за 4 дня,
3000. Это очень мало. То есть я плачу за отправку из США, из одного магазина, например, Forever 21. Мою одежду собирают, отправляют на склад. Склад все формирует мою посылку, собирает различные покупки, отправляет в Россию. Причем моя посылка идет напрямую ко мне. Она поступает в центр EMS. И оттуда выезжает курьер и приносит ко мне домой. EMS работает именно так. Ваша посылка приходит от рук к рук, лично вам и никому-то другому. Она не где-то лежит на почте. EMS — это совершенно другая структура, отличная от Почты России. То есть они работают отдельно, поэтому вы получаете сразу свою посылку. По поводу размеров, я знаю, что вы по этому поводу, наверное, стрессуете, что что-то вам не подойдет. Все очень легко, везде есть таблицы ваших размеров и прочее. Что касается обуви, можете найти официальную таблицу в Википедии, где вы можете найти свой собственный размер. Например, европейский, русский, также американский. Я купила себе две краски Manic Panic. Помните, я ими раньше пользовалась. Я купила через eBay, она мне совершенно не понравилась. Я решила купить себе еще, попробовать, может быть, эти будут лучше. И эти действительно лучше. Я просто купила те цвета, которые я не могу найти у нас в Москве. Вообще даже других марок. Я купила себе Atomic Turquoise и Cotton Candy Pink. Две краски. Причем я не знаю почему, но эти действительно лучше, чем та, которую я покупала еще в начале года. Та совершенно у меня не стала никакого пигмента. По-моему, я отдала в районе 10 баксов или 12 баксов за каждую баночку. Я заказала себе Ray-Ban. Они мне обошлись, по-моему, 150 долларов, что, в принципе, намного дешевле, чем в Москве. Вы дешевле их, наверное, 7 тысяч у нас не купите. Очень удобные очки. А, настоящие. Купила я их на сайте Dermstore, по-моему, называется. Это сайт, который продает high brand shit. То есть там можете купить себе какие-нибудь Louis Vuitton вещи, Chanel, причем это все настоящее, иногда там даже бывают скидки. Также я давно мечтала себе купить кембриджскую сумку, то есть формы Cambridge, или как-то она так называется. Но, к сожалению, все те, которые я вижу в наших магазинах, они или дорогие, или совершенно некачественно выполнены. Но я купила себе сумку, которая неоновая, цвета фуксия, она просто горит на улице. Это большой размер, Steve Madden, так что это очень крутая сумка, настоящая кожа, лакированная, и она мне обошлась 90 долларов, то есть где-то 2700 за кожаную сумку. Она очень удобная, там очень много разных отсеков, я вам покажу, и сейчас я ее уже носила. Здесь раз, два отсека, есть карман на молнии, также есть два кармана для телефона, один широкий, видать, для паспорта. Сумка очень удобная, и поверьте, она совсем выглядит просто прекрасно. Также я купила две пары обуви, которые просто потрясающе удобные, потрясающе красивые, на которые просто все таращится. Первую обувь я купила на сайте Abiclumpwear, по-моему, правильно так произносится. Если что, вы видите здесь сайт. Они выглядят вот так вот. Они просто безумно удобные, потому что устойчивая колодка, устойчивый каблук, на котором точно ты не упадешь. Потрясающий дизайн. Здесь, кстати, очень хорошо фиксирует стопу, также фиксирует лодыжку. Они такие мягкие, вы себе даже представить не можете. У меня было ощущение, когда я ходила, что я хожу на зефирюшках. Я проходила в них весь день и совершенно не устала. И самое главное, что на меня просто все оборачивались и смотрели, какая у меня потрясающая обувь. И дальше обувь, которую я мечтала полтора года, даже, наверное, уже два года. Как только я зарегистрировалась на Тамблере, боже мой, это первое, что порезало мне глаз. Потому что это Spite Litas, который является прошипованной Лита от Джеффри Кэмпбелл. Боже мой, посмотрите, какая красота. Здесь скрыт визуальный обман. Вам кажется, здесь огромный каблук, в особенности на этой модели, потому что здесь прошипованный каблук, даже до пятки. Кажется, что он в два раза длиннее, на самом деле нет. На самом деле здесь очень маленький перепад стопы. Смотрите, то есть он идет вот-вот-вот-вот-вот и все. Потому что мыс связан, скрыт вместе с платформой. Конечно же, я поискала по русским сайтам, я нашла единственный сайт, где они продаются, они стоят 12 тысяч. Два раза дороже, даже больше, чем в два раза дороже. Причем не факт, что вам привезут, так что я купила себе за 5500. Люди на складе ничего не забыли положить, ни документацию, даже сэмплы, которые мне пришли от Drugstore, где там были, по-моему, духи и еще что-то. Все было, как пришло из сайтов, из магазинов на склад, все так же пришло мне. Причем я заплатила за отправку и работу сайта порядка, по-моему, 3500-4000. Что, в принципе, очень мало, поверьте. Если я в половину сэкономила обувь, уже 5000, 100%. Я купила вот эти вот за 1000 рублей. У нас, по-моему, в Москве такие точно не купишь. Купила сумку кожаную, за сколько я сказала, за около 2500, да? И вещи, которые я купила в два раза дешевле, чем у нас в ЦУМе. Потрясающий сайт, так что идите, заказывайте. Если вы что-то закажете, присылайте мне в Твиттер, я буду обязательно смотреть. Может, вдохновляться вашими покупками. Я вас очень сильно люблю, оставайтесь такими же позитивными и креативными. И следите за модой. Но главное, чтобы мода не следила за вами. Потому что я слежу за вами.